Всем привет и добро пожаловать в бисерное королевство зеленой птички. Меня зовут Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru и у меня для вас просто супер потрясающие новости. Наши новинки. К нам приехали невероятные потрясающие компоненты для вклейки кристаллов Сваровски. Вот такую уникальную фурнитуру для работы с кристаллами Сваровски мы создали вместе с талантливым российским ювелиром в сотворчестве, в коллаборации. Фурнитура сделана специально по нашим эскизам, по нашему проекту для кристаллов Сваровски специально. Идеально подходит. Эти кристаллики идеально сюда встраиваются. Посмотрите, можно брать овалы, можно брать кушоны, можно брать риволи. Каждый кристалл находит идеальный домик здесь, в этой фурнитуре. Фурнитура эта уникальна тем, что мы разрабатывали отверстия специально для людей, которые работают с бисером. То есть можно вклеить кристалл в эту оправу, а сюда сделать подплетение из бисера, из бусин или из цепочек. Будет очень красиво. Каждая фурнитура, каждый элемент содержит по два отверстия с боковых сторон. Задняя сторона закрытая, гладкая, очень красивая. Это позволяет использовать компоненты в украшениях многосторонних, в сережках, в каких-то кулонах. И помимо таких вот оправ-коннекторов для создания коннекторов, колечек, каких-то соединительных частей, к нам приехали сережки, пусеты, оправы-пусеты для кристаллов в нескольких размерах и в двух цветах. Посмотрите, вот такие пусеты, с задней стороны гвоздик, очень красивый, очень элегантный. Вся фурнитура идеально отполирована с внешней стороны, внутренняя сторона не идеально отполирована, бывают даже вот такие моменты, но они связаны с особенностями технического производства. Здесь сверху закрывается все кристаллом и остается невероятная красота. И самое главное, посмотрите, здесь мы оставили по три отверстия с нижней стороны этих оправ, для того, чтобы здесь можно было делать подплетение. Три отверстия здесь, три здесь, три здесь. И отверстия настолько красивые, настолько аккуратные и настолько элегантные, что в принципе можно носить кристаллы и без них. Их не видно, здесь все мерцает, сияет, отверстия не очень видны, но здесь можно сделать подплетение из бисера, из бусин, а сделать какие-то висюлечки, какие-то кружавчики. Специально мы это сделали для того, чтобы можно было сюда подплетать. Вот так вот иголочкой сюда заходим, отсюда выходим. Иголка должна быть такая загнутая, чтобы выходить через эти оправы, но в принципе подплетение здесь можно будет сделать. И такие оправы для серег есть в разных размерах. Для риволи, для овалов, для кушонов. Посмотрите, есть овалы крупные. Это 14 на 18, 14 на 10. Посмотрите, какие красивые. Овалы крупные, овалы мелкие. Фурнитура вот такая, шикарная. Просто шикарная. И цвета. Золото и родий. Смотрите, кстати, как вот этот кристалл Сваровски цвета Бермуда Блю шикарно смотрится и в золоте тоже. И здесь можно сделать подплетение из жемчуга. Например, взять какую-то нить, несколько жемчужинок приделать, подвесить сюда подвесочки. Может быть очень красиво. Можно на пинах, можно сюда пропускать пины, можно сюда пропускать нити для бисероплетения. И потом, после того, как вы сделали все подплетение, вклеивать кристалл, закрывать всю техническую часть. Все нитки, все узлы, которые там внутри останутся, здесь есть достаточно места для того, чтобы это все сюда спрятать. Получается вот такая красота. Еще у нас есть такие оправы для кушонов. Посмотрите, как красиво, как элегантно, как аккуратно кушон сюда входит. Это может быть уже все, готовая сережка. А можно ее еще дополнительно украсить. Здесь внизу есть три отверстия для подплетения. Я невероятно рада, невероятно горжусь нашим произведением. Это произведение искусства, которое мы делали специально для вас, для того, чтобы порадовать вас, для того, чтобы придумать еще один способ использования кристаллов Сваровски. Пожалуйста, все уже прямо сейчас продается в нашем интернет-магазине greenbird.ru. В описании под этим видео для
для вашего удобства я оставляю ссылку на все компоненты, которые я вам здесь сейчас показала. Переходите, заказывайте. Это эксклюзив, уникальная партия, первые экземпляры. Таких больше нет нигде в мире. Это делали специально на фабрике, по нашему дизайну, под наши спецификации. Поэтому заходите, покупайте, будете самыми первыми в мире, кто испробует эту красоту. Кстати, помните, я вам показывала вот такой чокер. В описании здесь под этим видео я оставляю ссылку на урок, на видеоурок, где я показывала, как сделать такую красоту своими руками. И в этом колье мы использовали стандартные оправы, которые продавались у нас раньше для кристаллов Сваровски. Они подошли для фианитов. А теперь посмотрите, что будет, если мы используем здесь наши новинки, наши новые оправы для наших новых кристаллов. Смотрите, мы можем взять такую оправу, вклеить сюда кристалл Сваровски, как это будет красиво, и использовать это здесь. Тоже вот сюда вот между жемчужинками вставить вот такие вот капельки. Смотрите, будет очень-очень красиво. И при этом задняя часть, обратная сторона, у них более аккуратная, более элегантная, чем у стандартных оправ. Видите, стандартные оправы, здесь есть отверстие, тут просвечивается тросик. Ну, есть такое ощущение хендмейда все-таки, а тут уже такое более профессиональное исполнение получается. И с лицевой части, кстати, они тоже выглядят более аккуратно. Кстати, помните, я показывала, как сделать вот такие бусы шикарные с кристаллами. В описании под этим видео я оставлю для вас ссылку и на этот мастер-класс тоже. Посмотрите, что может случиться, если мы сюда добавим капельку с кристаллом. Вот вместо одной кристальной бусины, например, мы вставим сюда каплю с кристаллом. Посмотрите, какая красота, какая элегантность, какая роскошь получается. Очень хорошо они будут сочетаться и с классическими жемчужными бусами. Берем бусы и снизу подвесочку. И просто, ну посмотрите, как красиво. Ну и, конечно же, колечко. Из этого можно сделать колечки. Очень мне нравится, как смотрятся кушоны в колечках. У нас есть фурнитура и для кушонов маленьких. 10 мм кушон идеально входит сюда, в эту оправу. Сбоку два отверстия. Сюда можно пустить нити бисера, белый или жемчужный, или вообще жемчуг мелкий. И смотрите, идеальное кольцо получается. Скромное и со вкусом. А можно сделать нескромное кольцо и все равно со вкусом. Из крупного кушона. Посмотрите, какая красота. Вот такая красота, такое роскошество появилось. Я сижу, играю в эти кристаллы. Насладиться не могу никак, потому что они великолепные. Давайте сейчас быстренько еще разок посмотрим, что к нам приехало. Оправы для двух видов овалов. Крупные, мелкие, в виде коннекторов и сережек. В двух цветах. Золото и родий. Посмотрите, как идеально сюда вставляются кристаллы. Дальше оправа для риволи. 14 мм, 12 мм, тоже для сережек и для коннекторов. В двух цветах, родий и золото. Кушоны, то же самое, крупные, маленькие, два цвета. И капли, крупные, маленькие, два цвета. На всех пусетах есть три отверстия. На всех коннекторах два отверстия. Все, поделилась с вами этой радостью, поделилась с вами красотой. Переходите по ссылкам в описании под этим видео, заказывайте уникальную фурнитуру у нас в магазине greenbird.ru и обязательно показывайте, какую красоту вы сделаете из этого своими руками. Украшайте себя, подруг, весь мир вокруг. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, написать комментарий. И увидимся совсем скоро. Пока-пока! Thank you.